Россия не принимала участия в предполагаемой химической атаке в сирийской провинции Идлиб, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу ABC. По словам главы Госдепа, удар по сирийской авиабазе был нанесен, поскольку, по мнению Вашингтона, именно с нее взлетали боевые самолеты, которые якобы провели атаку с применением химоружия. Hard evidence that connects the Russians directly to the planning or execution of this particular chemical weapons attack. And indeed, that's why we've been trying to be very clear that the Russians were never targeted in this strike. Тиллерсон заявил, что Россия должна внимательно обдумать свой дальнейший союз с сирийским правительством во главе с Башаром Асадом. Госсекретарь сообщил, что намерен призвать Москву выполнять обязательства в отношении химического оружия у Дамаска. Эту тему Тиллерсон намерен затронуть во время визита в российскую столицу 12 апреля. В остальном, по словам главы американской дипломатии, военной стратегии США по Сирии нет изменений. Тем не менее, на голословных обвинениях останавливаться не собираются. Президент США Трамп подумывает наказать Россию и Иран за поддержку Сирии. Методы те же, что при Обаме, введение санкций. В случае, если это произойдет, то от предвыборных обещаний Трампа вместе с Россией бороться против терроризма не останется и следа. Более того, советник президента США заявил, что они готовы к новому военному удару по Сирии.